Приветствую вас на канале Games Forever. Продолжаем прохождение игры Tomb Raider. Здесь у нас лежит Рот. Нам надо найти его сундук. Отсюда мы пришли. Давайте идем. Вот. Зажжем факел. Факел готов. Иллюминация, да? Стрелы полные. Что-то здесь есть. Смотрим. Тоже была часть Макуя. Еще запчасти. Получили запчасть. Здесь что у нас? Похоже, вещь американского морпеха. Интересно, тут была крупная часть или небольшой отряд? Артефакт, да? Эти отметки означают потерянных друзей или убитых врагов. В любом случае, ему нужно было выпить. Да. Поднимаемся. О, книга какая-то. Через две недели Ее Величество Пимика Яматайская наконец-то удостоила меня аудиенции. Должен отметить, она не похожа ни на одну из виденных мною женщин. Красивая, но непроницаемая. Ее ближайшее окружение – жрицы солнца. При дворе вообще нет мужчин, кроме полководцев. Когда я встретился с ней наедине, то понял, что она совсем иная, чем кажется на первый взгляд. Мой господин послал меня шпионить за ней, определить силу ее войска. Но, похоже, сейчас оценивают меня. Возможно, мой господин недооценил угрозу со стороны Яматая. Мне неизвестна реальная мощь штормовых стражей, но я не могу избавиться от мысли, что с императрицей Солнца нельзя не считаться. Ладно. Понятно. Посол, да? Модификация новая, да?
Вот здесь что-то есть, да? Разоритель гнезд. Здесь что-то блестит тоже. Тайник. Вроде здесь все. Ладно, идем отсюда. Здесь что-то нашлось. Еще тайник. Огонь нужен.
там что-то внутри есть. А как туда пробраться? Не знаю. Ман, поджог ты, поджог его. А что это дало? Даже не знаю. Ладно, входим. Вот так. Мне нужен только рюкзак. И все. Идем тем же самым путем. Готов, волк. Чуть было не... Thank you.
Ладно. Неплохо. Где такая юная леди могла этому научиться? Мне приходилось постоять за себя. Волк ничто против разбитой бутылки. А, он у тебя? Прекрасно. Итак, я полагаю, наш план доставить его на радиовышку? Да, так мы сможем послать сильный сигнал во всех направлениях. Послушай, Лара, нам нужно послать сигнал бедствия, а я не скоро встану на ноги. Да, я боялась, что ты это скажешь. Ты справишься, Лара. В конце концов, ты же Крофт. Боюсь, я не та Крофт. Именно та. Но пока этого не знаешь. Понадеемся, что я быстро учусь. Прошу, береги себя, Лара. Сначала испытай ледоруб вон на той скале. А туда как мне подняться? Ладно, идем дальше. Сюда можно залезть. Наверное, здесь нужен будет лук с огненными стрелами.
влево и пробел, да? Сейчас Е нажать, чтобы зацепиться. Гробница, да? Вон вход. Ладно, позже. Трое, значит, да? Неплохая мысль. Время есть. Можно передохнуть. Потом нас пошлют разбирать облом. А зачем она им нужна? Что, радиовышка? Да. Она еще работает? Наверное. Ее охраняют днем и ночью. Отец, мать, если не желает, чтобы мы пробежали. Все, что ли? Я разговаривал с жителями острова, несмотря на запрет покидать дворец. Мой долг — выяснить истину. Но тому, что я услышал, невозможно поверить. Ходят слухи, что императрица связана с потусторонним миром. Говорят, она повелевает солнцем и дождем, и земля плодородна исключительно благодаря ей. Это, конечно, вздор. Но что же породило подобные слухи? Или это такой метод правления – культивировать в народе примитивные суеверия? Я видел благоговение в глазах аборигенов, когда они говорили о ней. Но нельзя было не заметить и страх. Она правит справедливо, налоги разумны, а штормовые стражи надежно защищают местных жителей. Неудивительно, что некоторые даже молятся ей. Для них она больше, чем императрица. Она божество. Посеять в здешнем народе смуту будет гораздо труднее, чем я изначально предполагал. Ладно. Первое впечатление прочитал до этого. Сейчас открытие, да? Наверху что-то есть. Thank you.
А вот ступка с пестиком. Возможно, для растирания лечебных трав. В ступке остались осколки костей. Надеюсь, животных. О, здесь это есть, да? Расхитителя получил. Из 10 статуй. Тайник.
Получилось. Лара, ты на связи? Рейс, вы где? Нашли Сэмми? Мы еще идем по следу. Хорошо. Я собираюсь послать сигнал бедствия со старой радиовышки. Что скажешь? Лара, тебе нужно найти радиопульт. Это такая штука. Выглядит как куча старых переключателей. Поняла. Как найду, сообщу. Убили. А, уже другая карта. Дорога к базе. Ланта, спасибо, что смотрели мое прохождение игры Tomb Raider. А, дорога к базе. Миссии на помощь. Будем проходить все части. Жмите лайк, подписывайтесь на мой канал.